ваш дом. Давайте похлопаем нашим лауреатам и пожелаем, чтобы их песни вошли в репертуар следующего коллектива, который приглашается на сцену. Легендарный коллектив «Песни нашего века». В следующем году песням нашего века исполнится уже 15 лет. Впервые этот ансамбль, состоящий из знаменитых бардов, приехал на наш фестиваль в 1998 году. Встречайте, Вадим и Валерий Мещуки, Константин Тарасов, Дмитрий Богданов, Александр Мирзаян и Лидия Чебоксарова. Песни нашего века. Можно гитару сюда дать немножко погуще? Вообще не слышно. Монитор нет гитары. Сергей Никитин, юный морец. Юный морец. Гитару погуще, брат. Монитор вообще ничего нет. Стоп. Подождите. Если мы не слышим гитары Константина Тарасова, то мы просто не можем играть. Мы не можем жить так. Погромче его сделать. Монитор, сэр. Гитара, монитор, пожалуйста. Хорошо быть молодым, за любовь себе сражаться, перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть, брать свое, и не украдкой гордой гривой шелестеть, гордой славиться повадкой, то это задевать, порываясь всем этим вечно повод подавать. Раздувал жарких сплетен, когда мы были молодые, когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. Красные росли, когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. Хорошо ходить конем, власть держать над полным залом, не дрожать над каждым днем. Вот уж этого навала. Хорошо быть с молодым, просто лучше не бывает спирт, бессонницы, дым. Свидей наливает наши умные тела, закаляет выступление, вот и кончилось, ля-ля. Музыкальное вступление. Когда мы были молоды, когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. Папа фонтан не били голубые, и розы красные росли. Когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. Но пронзительный мотив начинается, внимание. Спят друг друга, обхвати, молодые, как в нирване. Движьте свое, молодые человеки, и бум-бум о берегах, о серебряных лугах, где седые человеки спать обнимутся вдвоем. Один уснет навеки. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Дорогие друзья, коллектив «Песни нашего века» поздравляет вас с замечательным праздником, с нашим фестивалем. Он так здорово вчера начался, и хочется, чтобы он так же продолжился и никогда не заканчивался. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами.
удачи вам, долгих лет. Не болейте. И пойте вместе с нами. Когда мы были молодые, когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. Красные росли, когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. Александр Городницкий. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба забытые в веках атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не гнет со стороны, напряжены их спины, колени сведены. Ведь тяжкая работа важнее иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Под все заплачут вдовы, полы горят поля, и станет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно откуда ракетных кораблей. Дрожит оно откуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, уперши лбы в беду. Не боги, человеки, привыкшие к труду. И жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. И жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. Ансамбль песни нашего века. В этом году уже традиционно на наш фестиваль приехала огромная украинская делегация –